Вы когда-нибудь проливали воду на электронику? Думаю, да. И этот продукт может стать решением этой проблемы. В этом видео познакомимся с небольшой вещицей под названием Flash Flood, разработанной фирмой NanoState родом из Великобритании. Как заявляет производитель, с ее помощью можно полностью защитить смартфон, планшет или любую другую электронику от воды. Довольно громкое заявление, учитывая, что подобная услуга обойдется в 2-3 раза дороже от конкурентов. Этой небольшой бутылочки хватит на обработку до 3 устройств. Стоит она около 25 фунтов. Мы видели подобные продукты на международной выставке потребительской электроники, но я думал, что они еще не скоро станут доступны рядовым потребителям. Итак, телефон, на котором протестируем спрей, Venovo SX Plus. Вероятно, вы видели мой недавний обзор на него, где я довольно хорошо отзывался о нем. Это недорогой телефон, потому что я бы не хотел рисковать чем-то дорогостоящим. У меня предчувствие, что спрей не сработает, так как звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. В любом случае, первое, что нужно сделать, это снять заднюю крышку. Обработать устройство с несъемной задней крышкой не получится. Нужно отделить заднюю крышку, батарею и сам телефон, три составные части, куда попадает вода. Разобрав телефон, мы очищаем все поверхности от пыли и грязи. Далее берем специальную салфетку, смачиваем ее нашим спреем и втираем тщательно везде, где только можно. Обработав телефон, оставляем его на ночь и повторяем процедуру. Хорошо, после второй обработки опять оставляем телефон на ночь. Далее берем мягкую салфетку или ткань и вытираем излишки масла. Теперь собираем телефон, надеюсь, сработает. Итак, момент истины. Держу кнопку включения и... да, работает! Хорошие новости, ведь мы только что обтерли весь телефон маслом, и то, что он все еще работает, не может не радовать. Время для настоящего испытания. Я собираюсь положить определенно не водонепроницаемый телефон в воду и посмотреть, что же будет. Окей, 1 час прошел. Посмотрим, работает ли телефон. Он полностью покрыт водой, но вода просто стекает с поверхности. Вода оказалась как снаружи, так и внутри. Экран все еще работает и перелистывается. Есть некоторые проблемы с чувствительностью на нажатие. Резистивный экран плох сам по себе, но здесь явно что-то еще не так. Наверное, это из-за воды, которая все еще внутри. Я оставлю телефон просохнуть до субботы. Ребята, он работает! Телефон функционирует, как и прежде, после ночи просушки. И я поражен. Эта крошечная бутылочка в 5 мл может сделать ваш телефон водонепроницаемым. Предложения конкурентов, такие как Liquipel и прочие, стоящие порядка 100-200 фунтов, остаются не у дел. По крайней мере, в моем тесте телефон работает отлично, так что могу сказать, что спрей сработает и на вашем. Flash Flood очень порадовал, превосходно. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. До встречи!